Какие ошибки делает человек, у которого исчезают деньги? Первое. Он не тратит на себя и бережет на себе, и не хочет на себя тратить. Помните, если человек, который зарабатывает свои собственные деньги, бережет и не тратит на себя, то у него денег не будет. Это 100%. И вот я мужчина, и я не трачу деньги на себя, отдаю своей жене, она их тратит как угодно. Это приведет семью к тому, что у меня будут проблемы в семье. Какие? Денежные, финансовые. Мужчина, который зарабатывает, должен брать небольшую сумму, которую он заработал, и эти деньги тратить. Я когда-то проводил социальный эксперимент. Это сейчас у меня новая фишка, я буду об этом говорить. Я исследовал. У меня было предприятие, это было еще, когда я жил в Харькове. Мое предприятие занималось изготовлением ювелирных украшений, а я сам был владельцем этого всего. Длилось это около 6 лет. И когда был такой период, я наблюдал, что мужчины, которые, получая деньги, выпивали с этих денег, прятали и на следующий день выпивали, у них больше получалось зарабатывать. А те мужчины, которые брали деньги, у них почему больше? Появлялись у них какие-то подработки, где-то они что-то там кому-то ремонтировали и так далее и тому подобное. Знакомства появлялись. А те мужчины, которые не брали ничего, а относили своим женам, у них этого ничего не было. С чем это связано и почему? Всегда нужно помнить. Один из законов бизнеса заключается в том, что человек, который зарабатывает, обязательно хоть чуть-чуть должен на себя тратить и на себя не жалеть. Никогда на первое место ставить. Не забирайте все до последнего деньги у мужа или у жены. Пусть они тратят на себя, это хорошо. Деньги нужны для очага. Нужно помнить это тоже всегда. Очаг — это семья. Если у вас есть семья, то любовь ко всем, кто находится с вами под одной крышей, является фактически элементом, который включает в вашей жизни деньги. Если вы ненавидите там теща, мама, там близкие, помните, что ваше дерево успеха, ваше дерево желаний, оно от этого растет всего. От того, что вы их обожаете, и деньги к вам приходят. И третье. Обязательно помните, что если обожать мысленно маму вашу, которая может жить и которая уже умерла, или которая сейчас плохо чувствует себя, или...